Лазера. Мы его еще потестируем. Напомню про этот ножичек уникальный. И сама конфигурация его, смотрите, видите, он здесь толстый, а дальше на клин пошел вот здесь, тоненький. Смотрите, кончик сейчас, не знаю, будет видно, нет, фокусировка-то как-то так не очень работает хорошо. Ну, в общем, короче говоря, он такой, такого вида пчакообразный вроде как. Он тестировался, там был в другой рукоятке, можно посмотреть видео там, где я в полевых условиях. Ну, как-то он называется R6M5 тест, там я в поле покрышку прорываю, прорезаю. Вот, то есть ковался фактически сразу в клин. Смотрите, даже тут вот не убраны вот эти кованина, видите, практически. То есть это видно, что он проковывался. То есть на спуск пошел, даже не убрал слесарки вот эти вот выбоины от молотка. Ну вот. То есть он очень хорошо себя показал. Мы его потестируем. Сейчас я тут покажу, как он режет. Чуть-чуть так, буквально. То есть у него он рвет, прям прорывает. Ну, я его, понятно, алмазиком точил, но он, у него рез прям на булат. То есть, если его... Видите, как режет? То есть, если его протравить, то тут будет такой булатистый рисунок. Я его протравливал, потом убирал, полировал это дело. То есть, рез у него... То есть, он сразу как бы срезает. Даже я сизалевая веревка вот эта от каната... Смотрите. То есть, если тащить, он, видите, цепляет. А вот так прям нажимаешь на него вниз, все, он его сразу фактически перерезает. Ну, то есть, очень хорошая структура у него. Он мягкий, и все работает хорошо. То есть, мы его еще потестим. Вот так вот вкратце так покажу. Все, братцы, всем пока, всем счастливо.